Я давным-давно не писала писем и, наверное, напишу полную ерунду, но ты все-таки прочитай, потому что это важно. Лада, зачем это письмо? Я не понимаю. По телефону поговорите. Письмо можно перечитывать. Как жалко, что мы так поздно встретились. Но это все равно гораздо лучше, чем если бы мы не встретились вовсе. Куда ты больше хочешь? В зиму или в лето? Не успела мужа похоронить, как уже побежала туфли покупать. Господи, за что мне это все? А? Моя мать подавкуха! Выходи за меня замуж. Заплачь. Странный, мам. Оля, а ты помнишь, сколько мне лет? Я помню. Ну, мне можно уже быть странной.